То есть я должен быть благодарен высшему управлению, что нас приводит к этому состоянию, где мы выжаты, усталые, разочарованные буквально, потому что все это именно самые лучшие истинные состояния. Вот здесь я должен требовать успеха. Ведь как может быть так? Я вкладываю так много усилий, и каждый день я все менее уверен в успехе. И вот так нам дают прочувствовать, понять, что ты, от кого ты зависишь, от чего ты зависишь, чтобы ты начал все больше рассматривать себя связанным с высшей силой. Пока ты связан с ним из безвыходности, ты хочешь, чтобы твои усилия, вложенные весь мир в 99%, не ушли впустую. Я так много вложил, так я пойду к Творцу, чтобы помог мне. Настолько, что ты понимаешь, что все это только для того, чтобы ты обратился к Нему, нуждался в Творце. И ты начинаешь рассматривать, что массы народа, все те вещи, в которые ты включаешься, если ты включаешься, ты удостаиваешься радости народа. Что значит радость народа? Творец раскрывается в нем. Это и сейчас так, пока это для тебя не раскрыто. А народ потом это тоже раскроет каким-то образом. Это значит, мы здесь должны сейчас понять, вся эта игра для того, чтобы мы пришли к состоянию веры. Я готов вложиться полностью для того, чтобы доставить наслаждение Творцу, потому что мне так сказали, даже не чувствуя этого, чтобы это не было как награда. Насколько я скрываю сам себя, этим я строю отраженный свет, и потом это раскроется в нем. Я не знаю, все статьи из Шамати вы можете сейчас в соответствии с этим раскрыть. Предисловие к учению десяти сферот. Это тоже оттуда, верно? Да, это тоже из предисловия. Вы сейчас можете раскрыть в своей работе. Это буквально так. Только один принцип здесь действует. Все, что происходит, происходит для того, чтобы я нуждался в Творце, желал Его. Нуждался в нем. Есть еще какие-то... Вознуждался в нем. Что я буквально обязан. Только для этого все это существует. Вся эта суметица, все эти мероприятия, все только для этого. Творец преднамеренно устраивает все эти вещи, но мы не должны оставлять левую линию, эту работу, эти усилия, и быть благодарны, и еще больше вкладывать сейчас осознанным образом. Ага, я понимаю, это взаимосвязано так и вот так. И я вкладываю еще больше, чтобы одно не стирало и не уменьшало, не принижало другого, чтобы вклад был как можно более велик. И я надеюсь, что благодаря этому я буду нуждаться в Творце сильнее. И связь с Ним именно и будет в каждый миг, в каждой детали. Все будет только зависеть от Него, вплоть до существования желания получать. То есть существование материи моей, все зависит от Него. Каждый атом, каждая молекула, каждая клеточка, все зависит от Него.